Как войти в торговые сети, начать продавать свою продукцию? Этот вопрос часто интересует многих местных товаропроизводителей, в том числе и тверских. В среду в региональном министерстве промышленности и торговли прошла первая расширенная встреча с представителями X5 Retail Group. Это торговые сети «Пятерочка», «Карусель», «Перекресток» и тверскими товаропроизводителями по вопросам взаимодействия. Насколько строг большой ритейлер к российским производителям и как начать сотрудничать с федеральной торговой сетью, разбиралась с этим вопросом Ирина Синягина. Ругать крупный ритейл уже давно стало модным занятием. Его обвиняют в дороговизне продуктов, неравной конкуренции с небольшой региональной розницей, несправедливом отношении к российским поставщикам, говорят представители X5. Предприниматели часто жалуются, что попасть со своим товаром на полки крупных торговых сетей крайне сложно. Тем не менее, ряд тверских компаний уже реализуют свой товар на полках федеральных сетевых супермаркетов. Но, увы, пока это не всем под силу. X5 и производители понимают, что надо выстраивать партнерские отношения. Если это торговых сетей и товаропроизводителей, это всегда дорога с двухсторонним движением. Да? Компания наша нацелена на диалог, на поиск новых форматов сотрудничества. Мы можем, в принципе, даже с вами, что называется, онлайн разбирать какие-то проблемные вопросы и рассказывать о том, что сегодня, куда идет ритейл, и что вы можете там со своей стороны сделать, чтобы стать интереснее потребителям. Помочь местным товаропроизводителям начать продавать свой товар в сетевых супермаркетах помогут региональные власти. Для этого нужен, конечно, диалог, чтобы найти понимание проблемы и разобраться, что делает не так бизнесмен. Что касается сетей и производителей, наверное, тема эта вечная, и мы всегда должны находить те взаимосоприкосновения точки, которые позволяют работать и тем, и другим. Когда консенсус будет достигнут, это улучшит позиции обеих сторон, уверен Максим Голик. Первое, это чтобы тверские товаропроизводители увеличили свой сбыт и увеличили свою прибыльность. Да? Второе, торговые сети, которые представлены в нашем регионе, смогли улучшить качество и расширить ассортимент, таким образом улучшить сервис для населения. И наша задача как органов власти – улучшить качество жизни населения в данном регионе и, соответственно, увеличить налоговые поступления в бюджет через увеличение объемов торговли и увеличение оборотов производителей. На самом деле попасть в сети легко, говорят представители X5. Намного сложнее попасть в тележку к покупателю. Мы видим, что покупатели стали более социально активны. Они очень быстро в онлайн сообщают информацию и свое мнение о магазинах, которые они посещали. У него есть потребность к более высокому качеству продукта. Он хочет знать все об этом продукте, где он произведен, кем произведен, из какого материала. После официальной расширенной встречи каждый предприниматель имел возможность в переговорной лично обсудить свой вопрос-проблему с представителями X5.